Зеленые зоны, скейт-парк, площадка для велотриала, роллер-дрома, релакс, зоны, лыжный спуск. Сегодня в Волгограде обсудили дальнейшее благоустройство поймы реки Царицы. Заброшенный пустырь станет большим городским парком. В ходе рабочей поездки губернатор Андрей Бочаров обозначил задачи по развитию этой территории. На первом этапе обустроены 5 гектаров поймы от Волги до музея «Россия. Моя история». Второй этап проекта – еще 5 гектаров от музея до Астраханского моста – решено разбить на две части. До конца этого года приведут в порядок парк Пушкина. Он станет комфортным общественным пространством для прогулок и отдыха. Со стороны сквера обустроят удобные спуски в пойму Царицы. Позже в самой пойме должны появиться места для активного и спокойного отдыха, точки питания, санитарные зоны. Будет сформирована основа реализации третьего этапа, который охватит территорию от моста и дальше. Мы начинаем сегодня реализацию второго этапа. Я вам всем говорю, это сегодня активная фаза начинается этой работы. После завершения чемпионата мира мы приступаем непосредственно уже к работам здесь. На склоне создания квара. Здесь же, ну, остальная история, мы здесь дальше будем вместе с вами работать. Но все проекты, которые нам предложила молодежь...